Николай Белов назначен главой администрации Пошехонского района. За его кандидатуру проголосовало большинство на заседании местного собрания депутатов. Именно здесь впервые реализуется новый областной закон. Документ позволил руководителей такого уровня назначать, предварительно пропустив через процедуру конкурса. Помимо пакета документов, претенденты на должность должны представить свое видение развития района, подтвердить квалификацию. Опыт работы на Пошехонской земле у меня довольно большой. Тем более, что я родился здесь, на Пошехонской земле, и уезжал только 2 года армии и 5 лет академии. И потом занимал только руководящие посты. 11 лет колхозом, 5 лет городом, 5 лет районом. Суть закона – сделать власть более профессиональной. Институт вот, глав администрации, к которым теперь можно предъявить квалификационные требования. Глава администрации, руководитель исполнительного органа власти, руководитель администрации, он теперь становится муниципальным служащим, к которому весь набор требований к муниципальному служащему применим теперь.